Вот честно скажи, я говорю, пусть ты полковник, пусть у тебя деньги есть, но вот ты как бы ты повел себя, пусть у тебя прислуги 5 человек, он говорит, 2 хватит. Конечно, 2 хватит. А на, я считаю... 1200 квадратных метров на дому и 50 участок и этих не гитара, а соток. Я хотел хватит. Бы, я хотел бы выйти я во двор боярин, понимаешь? И, да, и там быть говорю. Хозяином. Не чтобы узбеки бы мою малину там, допустим, поливали. Не, если у меня большая рыжая, там, допустим, какой-то бизнес, ради бога. А вот свое, ну, я хотел бы просто прийти и полистать, почитать. Вот именно. Мысли. Самому надо. Мысли моего растения. Да, да, да. И... знаешь, поговорить с этим растением. Хватит, ну это, я пьяный, я не спал двое суток. Хватит поюсь, а? Что теперь? Я хочу снять. Ну сними. Денег заработаешь.